Здравствуйте, меня зовут Дарья Пучкина, мне 14 лет. Я играю в кино и в театре. В МХТ имени Чехова в проекте, это уже репертуарный спектакль, в репертуарном спектакле «Поколение Маугли» и в ДМТЮА, детском музыкальном театре юного актера. Также у меня есть опыт работы в кино. Последняя моя работа — это фильм «Малая», короткий метр, где я исполнила главную роль Даша. Буду рада увидеться с вами на пробах. До свидания.